Друзья, вновь с вами Итан. На канале мы проходим Assassin's Creed Rogue или Изгой. И предыдущая миссия мне довольно-таки запомнилась. Много раз я умирал. Ну и мы, собственно говоря, вынуждены продолжать. Захватили форт. И вот нам тут дополнительно раскрылись разные места в области. Охотник был прав. Я не мог поступить иначе. Если ассасины узнают, что я жив, они придут за мной. Так, ну чтобы богатеть, нам нужно захватывать экономические зоны. Но пока что мы этим не будем заниматься, отправимся вновь на корабль. И вновь в приключение, которое ждать нас не будет. Поэтому нужно поспешить. Пока ты был занят захватом форта, я набрел на эту сокровищницу. Ну надо же. Это было то еще приключение. Ну, в любом случае, в числе прочего, я нашел карты с детальным описанием французских торговых маршрутов. К чему ты все это, Гист? Я подумал, их можно использовать, чтобы помочь королевскому флоту и нашим кошелькам. Карты я отнес в твою каюту, если решишь использовать. Давайте посмотрим, что же там. Может быть, это опять же флот? Да, друзья, любимое мое дело. Вот ради этого, конечно, есть смысл позахватывать хорошие корабли. Ну, давайте, если кто не знает, я вас немного так подучу. Ну, что-то непривычное, честно говоря. Так, давайте отправим один корабль. Вот, смотрите, мы сейчас будем грузы возить. Чем больше перевезем, тем более, как бы, серьезнее нам задачи будут ставиться. И вот, смотрите, за 6 секунд мы получаем 720 фунтов стерлингов, черт побери. И плюс еще какую-то штуковину. Ну, носовую фигуру, если быть точным. Так, ну, теперь нам нужно подчистить вот этот вот маршрут. Давайте начнем бой. Ребята отстреляются. Еще парочку заходов сделаем. Ну, в дальнейшем, конечно, продолжительность рейсов, она будет увеличиваться не 6 секунд, там порядка 30 минут. Но добыча будет гораздо больше. То есть, а на эти доллары мы будем уже жировать, покупать снаряжение и все остальное, друзья. Так, ну что ж, давайте Святую Марию-то тоже отправим. Так, здесь нам нужно опять же повоевать. И на бой с канонеркой отправимся. Я думаю, в принципе, у нее нет шансов. Теоретически, но вообще все возможно. Да, с одного залпа мы ее топим. Так, безопасный маршрут. Сейчас я... Значит, так, нет, отмена. Отправляем нашего герцога. И, в принципе, пока что, друзья, на этом все. Маршруты у нас закончились, и нам нужно в будущем, точнее мне, захватить получше кораблей. И... тогда у нас вообще будет все в шоколаде. Ну что ж, давайте направляться тогда вновь на палубу. Я очень рад тому, что в игре все-таки присутствует флот Корнака. Или... блин, я вот вечно в фамилии путаюсь главного героя, потому что много разных таких имен близких можно... точнее, фамилий...
он вернулся в Нью-Йорк. Сказать. Но да. Тревожит. Ты думаешь иногда, верно ли ты поступаешь, Гист? Тот ли путь ты выбрал? А, бывало такое, но все это в прошлом, мой друг. Еще до встречи с Полком. А к чему вопрос? Французы вторгаются на наши земли. Пора их выбить отсюда. Конечно. Ты прав, Гист. Вернемся в Нью-Йорк. Есть. Так, друзья, у нас должно быть по этому поводу вообще-то доступно быстрое путешествие, если мне память не изменяет. Давайте возвращаться в Нью-Йорк. Не будем же мы плыть. И там уже, конечно, наверняка есть определенные интересные задания, потому что морские как бы уже все-таки немножко не то, потому что за Black Flag я вдоволь ими нахлебался. И, конечно, они там были гораздо сложнее. Там нужно было иметь и навык, и сноровку, и тоже упорство, потому что особенно задание, где надо было незаметно на корабле пробираться мимо других кораблей. Это просто был ад. Сущий, я вам так скажу. Ну что ж, 500 метров, сейчас мы... Давайте-ка сделаем синхронизацию. Если этот район у нас не открыт, а он у нас не открыт, почему бы нет, друзья? Так, ну вот и отличненько. Так, с нам теперь... Ох-хо-хо, нам далеко надо идти. Самое главное, что здесь у нас тоже быстрых перемещений пока что не предвидится. Посмотри, какой огромный Нью-Йорк. Просто гигантский. Ладно, придется пешкодрапом. Может быть, еще каких-нибудь приключений схватим на голову. Не знаю, навряд ли по воде будет быстрей. Но вопрос в том, да, наверное, сможет забраться. Так, еще очень важный момент. Мы должны погладить собачку. Так сказать, на удачу. И пойдем выполнять следующую задачу. Не, ну я надеюсь, в этой серии я не умру. По 100-500 раз, как в предыдущих. Конечно, можно было бы все это дело переиграть. Но я скажу вам так, друзья, это уже совсем другие эмоции. Одно дело, когда ты впервые, скажем так, а другое дело, когда ты уже знаешь, что там произойдет. И это как бы, ну, совсем по-другому. Поэтому я за честные, скажем так, эмоции. Честность к зрителю — это самое главное. Поэтому будем с первого раза все проходить, как бы там не получалось. Ну и вот мы уже, в принципе, на месте. 200 метров — это вообще ни о чем. Хотя полпути, в принципе. Кстати, надо быть осторожным, потому что возможно, ассасины не спят и ждут, как всадить в нашу тушку парочку своих клинков. Так, да, друзья. Ах она, сучка. Я же говорил, пожалуй, лучше таких вот мест остерегаться. Давайте карту еще раз взглянем. Ну, мы, в принципе, на верном пути.
Как только мы слышим голоса, значит, нужно быть начеку. Так. Вот как сейчас. Сена, как вы думаете, в сене она прячется? Плохо дело, друзья. Держи друзей рядом. Следующая глава называется именно так. А, мастер Хорман. Слова охотника подтвердились. Местные бандиты сменили тактику. Каким образом? Наняли Бенджамина Франклина. Теперь он создает оружие. И его охраняют. Бенджамин Франклин. Тот ученый? Вы знаете о нем? Что ж, он пытается найти способ распылить газ среди жителей. Ядовитый, как выяснилось. Жителей? Я думал, они хотели убить лишь власти. Хотя и это достаточно жутко. Арестованные бандиты говорили о какой-то женщине. Похоже, за всем этим стоит именно она. Я проверю. Спасибо. Хоп, прошу, только не ты. Походу придется еще убить одного товарища. Да. Так, ну что, давайте в злачное место пробираться. Я вот так вот думаю, где нас может поджидать разведчица. Нет, он несколько дней выходил. О чем Франклин говорит? Вроде бы делает вовремя. Так. Через кустики будем выдвигаться. Не мешать ему работать. Да ну? Так, а есть ли у нас что-нибудь интересное? Ну, этих двоих-то мы можем пригреть. Ой, скинули тебе, друг. Ой, ты, дурачок, не убежал. Ой-ой-ой. Так, надо топор брать, друзья, чтобы показать все мои навыки. Выстрел. Не хотел, конечно, я, честно говоря, затеивать драку, но это дело довольно-таки мне нравится по душе, поэтому почему бы и нет. Хотя хотел просто со спины их двоих убить. Эй, я рад снова видеть вас. Коуп сказала, вы в отъезде. Да, был. Сэр, я пришел забрать ваше изобретение. Ну что ж, прекрасно. Я только что закончил работу над прототипом. Прошу вас. Я намереваюсь отправиться в Филадельфию, а затем в Европу. Пригласили прочитать лекцию в Лондоне. А не могли бы вы известить мисс Хоуп? Конечно. Боже, Хоуп, что ты делаешь с этим сбродом? Разрушить город изнутри. Ты стала чудовищем. Что-то случилось, мастер Корман? Нет, нет. Так, просто воспоминания. Как я говорю всем новым рекрутам, которых гнетет прошлое, лучшее средство от сожалений – это запах пороха. Вы правы, полковник. Если что, друзья, то у нас появился
подствольный гранатомет. Прототип выглядит внушительно. Осторожней с ним, мастер Кормак. Этим оружием можно уничтожать некоторые строения или ранить сразу нескольких человек. Но можно действовать и по-другому. В некоторых снарядах сильное снотворное. Если выпустить его в толпу, люди мгновенно уснут. Испытаем оружие. На двери для начала. С удовольствием. Гранатомет, да. Я, в принципе, знаю, что это такое. Дверь можно взорвать гранатами. Так, где наша дверь? Вот так вот. Прекрасно. Прекрасно. Вы готовы обратить это оружие против тех, кто сам хотел его использовать? На заброшенной фабрике неподалеку есть опасное вещество. Это сильное снотворное. Но его могли подвергнуть обработке. Из него получится яд, которым можно отравить полгорода. Ясно, займусь этим. Осторожно, мастер Корм. Эти ингредиенты крайне нестабильны. И хорошо. Мы уходим в дождь и продолжаем наше задание. Сейчас, друзья, будет весело. Доп. Задача уничтожить с одной гранаты троих охранников. А также, по-моему, усыпить, если я не ошибаюсь. 10 охранников, да. Так, вот здесь вот мы можем... По идее, должны... Ух, как же здесь нам... Нет, не оно. Да, так-то лучше. Хм. Подождите, ну как-то же можно здесь... перебраться. Просто надо было бежать вперед. Ну, в принципе, я так и думал. Эта штуковина может помочь мне разрушить все. Стоп, это яд бисерка? Блин, какого черта, друзья? Мне же взорвать надо. Да. Там теперь находиться нельзя. Поскольку будет... сладкий и смертельный сон после этого. Так, давайте еще одну цистерну тоже взорвем. Так, между делом. Как бы нам получше выбрать. И подальше отсюда тоже убираемся. Проблема в том, что у нас... Ух ты. Ты меня не видел. Надо кого-нибудь поубивать, потому что у нас... Эй, ты что тут делаешь? Блин. Headshot, bitch. Интересно, там можно направиться или нет? Я боюсь, что сам в сон уйду. Так, граната с ядом берсерка. Тоже ничего хорошего. Давайте еще кого-нибудь убьем. Нам нужно что-то посерьезней. Маска. Да. Маски мы можем грабить. Нам нужны гранаты. Так, дротики-петарды.
Так, друзья, отходим. В принципе, можно их убить, если собрать тушки вместе. Так, давайте. Сейчас соберем. Боеприпасов нет совсем. Вот в чем печаль. Такс. Ух ты. Так, а здесь забраться нельзя. Ну вообще, цирк жаби. Эй ты, быстро сюда. Тихо. Тише. Так, что у нас есть? Ты больной? О, да. Так, а при помощи дротиков петард мы можем взорвать? Вот какой у меня вопрос. А вот и боеприпас. Я что-то, честно говоря... Отлично, граната есть. Все есть. Все, что нам требуется. Такс. Остался еще один резервуар. Так, давайте взрывать его. Блин, опять это яд берсерка. Он... Что за дела? Нужно выбираться. Или мне конец. Так, это плохо. Да, жаль, одну топ-задачу мы, конечно, с вами не выполним. К сожалению. Блин, давай. Уходи. Отлично. Какой ужас. Но горожан мы спасли, и это самое главное. Славно потрудились, капитан. Дым было видно аж с Морриган. Будет хороший урок этим злодеям. Нью-Йорк в безопасности. Простите, полковник, но мне кажется, пара взрывов вряд ли позволит решить эту проблему. Он прав, полковник Монро. Шейк, так ведь? Поздравляю. Ты спалил целое крысиное гнездо. Я Джек Уикс, а это Уильям Джонсон. Не знаю насчет него, но я рад знакомству. Да, взаимно. И если честно, здесь слишком неуютно. Предлагаю послушать рассказ Шея за кружкой Эля. И первая пинта за полковником. В чем дело, мастер Кормак? Просто голова немного мутная. Похоже, наглотался газа. Я думаю, Эль вам поможет. Ну же, мы друзья, мы позаботимся о вас. Опять у нас 90%. Ну, друзья, что могем, то могем. Ну что ж, и я думаю, эту серию можно подвести к концу. Увидимся на канале. Всем пока. С вами был Итан.